здесь практически не было борьбы, была одна рубка. В принципе, как мы и прогнозировали, что бойцы будут пытать счастье в стойке и будут уже больше тактические схемы разрабатывать здесь. Все четыре номера первых в этой весовой категории очень достойные бойцы. Менее ставлены на свои условия, наверное, в промоушене. Вот сейчас показывают повторы, отличный фронт-кик был от Даниэля Вайхеля. Да, вы сейчас говорили про физраствор. Посмотрите, насколько... Вайхелю! С чем мы его...